Руководство криптобиржи CoinSecure в Индии опровергло новость о том, что кража 3 миллионов 400 тысяч долларов была осуществлена посредством взлома системы обменников. На официальной платформе учредитель CoinSecure опубликовал заявление в полицию, в котором обвиняется глава отдела безопасности компании в хищении 438 биткоинов. Кража могла произойти и во время попытки распределения криптовалюты Bitcoin Gold между клиентами сервиса, который выполнял подчиненный. Глава отдела безопасности помог неизвестным злоумышленникам изнутри, предполагает руководитель CoinSecure, и просит правоохранительные органы принять меры.